Яу-яу, здесь Сява и Марат Гельман, а.к.а. MC Мага. Я вырос в обычной пролетарской квартире, где София Ротару на плакате в сортире, где много книг ненужных пылились на полке, а на балконе варенье в трехлитровой банке. Стенка со стеклянной дверцей, а внутри тарелки, графины, рюмок, штуки три. Радиомаяк и черно-белый телевизор, на котором стояла ваза из того же сервиза. А кто-то, как я, ловит в этом романтику, как я, пьет из тех рюмочек по праздникам, ест салат, оливье из тех тарелочек и любит обычных нормальных девочек. Я вырос в обычном панельном девятиэтажном доме, таких как у меня домов в каждом районе. И в каждой квартире такого обычного дома живут рабочие семьи в состоянии кома, ага. А мы дети советского времени, ходим по темным улицам имени Ленина. Новые вожди смотрят на нас со стен, а мы по-прежнему ждем перемен. А мы дети советского времени, ходим по темным улицам имени Ленина. Новые вожди смотрят на нас со стен, а мы по-прежнему ждем перемен. Были времена, когда считалось эталоном в очередях стоять и брать продукты по талонам. Джинсы, варенки на центральном рынке, которые носились до последней дырки. Это очень грустно, когда при лавках пусто. А сейчас тренд — современное искусство. Хотя уже тогда другие делал ставки, вкладывал не в МММ, а в собственные выставки. Говорила нам Ахматова про грехи, из всякого мусора рождаются стихи. Хи-хи-хи, смеются художники, возвращаясь к той самой советской эстетике. Я не забуду эту временную стычку, народную привычку превращать все в бычку. Россия — красивая уродина, но все-таки любимая родина. А мы дети советского времени, ходим по темным улицам имени Ленина. Новые вожди смотрят на нас со стен, а мы по-прежнему ждем перемен. А мы дети советского времени, ходим по темным улицам имени Ленина. Новые вожди смотрят на нас со стен, а мы по-прежнему ждем перемен.